Велоспорт и стрельба, пулевая, гребля на байдарках и каноэ, фехтование и бег. Именно в этих дисциплинах себя проявили берестейские атлеты за минувшие 10 месяцев текущего года. Медальная копилка нашей области существенно пополнилась. Это хороший задел и основа для будущих олимпийских свершений. Сегодня все силы спортивной элиты направлены на получение лицензий для участия в будущих стартах в Рио. Сегодня такой период, когда мы достижения брестских спортсменов оцениваем в первую очередь с позиции, насколько мы приблизились к очередной Олимпиаде и какой уровень спортсменов от Брещины будет участвовать. Поэтому получение лицензии для участия в Олимпийских играх, естественно, для нас является одним из критериев. Надо сказать, что мы оптимистично смотрим на результаты деятельности тренерского состава, на те результаты, которые показывают наши спортсмены на различного уровня соревнований. Каждый из 12 атлетов, которых чествовали сегодня, свои победы хоть и считает значимыми, но останавливаться на достигнутом не планирует, четко определив олимпийский пьедестал в качестве одной из главных жизненных целей. Ведь несмотря на все сложности выбранного пути, мысли уйти из большого спорта не возникают даже в самые непростые тренировочные минуты. Стремлюсь, конечно, поехать на взрослые олимпийские игры. До этого, чтобы попасть на юношеские, это 6 лет упорного труда, которые и слезы, и пот, и трудности какие-то свои и пахала. Ну вот как-то 6 лет трудов свое дали какие-то плоды. Вот сейчас буду трудиться для того, чтобы поехать на взрослую Олимпиаду. У нас сейчас в городе Пинске, вот как, года так 4 назад построили уже базу свою грибную. Хорошую. Лодки есть, весла есть, все хорошо. Можно тренироваться. На прошедшей встрече у спортсменов и тренеров была возможность задать волнующие вопросы руководителям от спорта, а также постараться коллективно найти решение имеющихся в спортивной отрасли проблем. Нерешаемых среди них нет, на какие-то просто нужно время, на другие – финансы. Однако положительная динамика есть, и достижения берестейских атлетов – главное доказательство правильно выбранного курса.